1852 год. Парижская академия наук. Французский физик Леон Фуко демонстрирует созданный им прибор, позволяющий обнаружить вращение Земли. Гироскоп. Так назвал он этот прибор. По-гречески гирс – вращение. Скопео – вижу, наблюдаю. Гироскоп Фуко представляет собой вращающийся ротор, подвешенный так, что его ось может поворачиваться в любом направлении вокруг некоторой неподвижной точки. Современное исполнение прибора получило название «гироскоп в кардановом подвесе». Он выполнен из двух рамок – наружной, внутренней и ротора. Оси вращения рамок и ротора в гироскопе Фуко пересекаются в точке О, центре подвеса, совпадающей с центрами масс этих тел. Если трение в подшипниках достаточно мало, то прибор приобретает замечательные свойства. Как бы ни поворачивалось его основание, ось ротора сохраняет неизменное направление в инерциальном пространстве. На этом свойстве гироскопа и был основан опыт Фуко. Наблюдая за гироскопом, установленным на поверхности Земли, мы обнаружим, что ось ротора, сохраняя неизменным направление в инерциальном пространстве, изменяет свою ориентацию относительно предметов, расположенных на вращающейся Земле. На использовании этого и других специфических свойств вращающегося ротора основано действие многих приборов, нашедших широкое применение на самолетах, судах, в ракетах. Эти приборы получили название гироскопических, а сам ротор стали называть гироскопом. Применяют не только карданов подвес, но и другие способы подвешивания ротора. Таковы, например, шаровой гироскоп на аэродинамическом подвесе. Здесь ротор плавает на воздушной подушке. И гироскоп, подвешенный в электромагнитном поле. Гироскопы можно встретить не только в приборах. Волчок — это простейший гироскоп. Он сложным образом вращается вокруг своей точки опоры. Гироскопические свойства мы обнаруживаем и в роторе многотонной турбины судна, и во вращающихся винтах самолета и вертолета. Некоторые особенности движения Земли, мы расскажем о них далее, также объясняются ее гироскопическими свойствами. Кинетический момент гироскопа H относительно неподвижной точки О, возникающий при вращении его вокруг полярной оси, кратко ее называют осью гироскопа, направлен вдоль этой же оси и называется собственным кинетическим моментом гироскопа. Он равен произведению полярного момента инерции гироскопа ИП на угловую скорость омега П. Кинетический момент гироскопа КЕ при вращении его вокруг любой экваториальной оси с угловой скоростью омега Е направлен вдоль этой оси и равен произведению экваториального момента инерции ИЕ и угловой скорости омега Е. При вращении гироскопа одновременно вокруг полярной и экваториальной оси кинетический момент его складывается из собственного кинетического момента H и экваториальной составляющей KE.
гироскопах, применяемых в технике, угловая скорость собственного вращения достигает десятков тысяч оборотов в минуту и обычно больше экваториальной в сотни тысяч раз. А моменты инерции относительно этих осей величины одного порядка. Вследствие этого длина вектора H во много раз превышает длину вектора KE, и суммарный кинетический момент гироскопа мало отличается от вектора H. Итак, кинетический момент быстро вращающегося гироскопа можно с большой степенью точности принять равным его собственному кинетическому моменту и, следовательно, направленным всегда вдоль его полярной оси. Приближенную теорию гироскопа, основанную на этом допущении, принято называть прецессионной. При рассмотрении гироскопа в кардановом подвесе в приближенной теории пренебрегают и кинетическим моментом рамок. Вследствие того, что их угловые скорости, а следовательно и кинетические моменты, пренебрежимо малы по сравнению с собственным кинетическим моментом ротора. Силы, приложенные к гироскопу, сообщают его оси движения, скорость и направление которого можно легко определить с помощью теоремы Ризалли. Скорость конца вектора H всегда равна моменту внешних сил M, приложенных к гироскопу. Положим теперь, что к гироскопу относительно какой-либо его экваториальной оси приложен момент ME. Это вызывает вращение вектора H, а следовательно и полярной оси с некоторой угловой скоростью омега. Вращение оси прибора при действии на него момента внешних сил называют прецессией. Правило прецессии. Направление прецессии всегда таково, что вектор H по кратчайшему пути совмещается с вектором ME. Угловая скорость прецессии, омега, равна отношению экваториальной составляющей момента внешних сил, ME, к собственному кинетическому моменту, H. Коротко правило прецессии можно выразить векторной формулой. Из правила прецессии следует очень важный вывод. Если момент внешних сил относительно неподвижной точки равен нулю, то ось гироскопа остается неподвижной. Наблюдая за поведением гироскопа в кардановом подвесе, убедимся, что оно происходит в согласии с правилом прецессии. Момент, стремящийся повернуть гироскоп вокруг оси Х, вызывает прецессию вокруг перпендикулярной к ней оси Z. А момент вокруг оси Z сообщает прибору прецессию вокруг оси X. Момент относительно горизонтальной оси, у нас это ось внутренней рамки, сообщает гироскопу прецессию вокруг вертикальной оси. А момент вокруг вертикальной оси вызывает прецессию вокруг горизонтальной оси. И каждый раз ось гироскопа стремится совместиться с вектором момента внешних сил.
Подвешивая к рамке грузик, мы прикладываем к прибору момент относительно горизонтальной оси. С увеличением момента внешних сил угловая скорость прецессии возрастает. Движение волчка происходит в согласии с законом прецессии. Скорость конца вектора H все время параллельна вектору момента внешних сил ME, а он направлен горизонтально. Вот почему волчок не падает. Следует иметь в виду, что прецессионная теория дает правильную картину движения гироскопа лишь при условии, что угловая скорость собственного вращения достаточно велика. Согласно прецессионной теории, гироскоп прецессирует до тех пор, пока на него действует момент внешних сил. Как только это действие прекращается, ось гироскопа мгновенно останавливается. Невращающийся ротор ведет себя иначе. Его ось продолжает двигаться и после нанесения удара. Раскрутим ротор. Удар по вращающемуся ротору не вызывает заметного отклонения его оси. В действительности и у гироскопа имеется движение по инерции. Но оно становится заметным, если несколько затормозить вращение ротора. Теперь после удара ось ротора движется по инерции, колеблется. Снизим еще угловую скорость. После этого движение оси по инерции более заметно. Это движение по инерции называют нутацией. Обычно оно носит характер мелких высокочастотных колебаний. Гироскопическим моментом называют суммарный момент сил противодействия гироскопа, возникающих при его прецессии. Рука, прикладывающая гироскопу силу F, испытывает противодействие гироскопа в виде силы F1, которая приложена к руке. В данном случае гироскопический момент G – это момент силы F1 относительно точки O. Представим себе судно, на борту которого имеется вращающийся ротор. При поворотах судна оно заставляет ротор изменять направление своей оси, действуя на него парой сил F и F1. При этом ротор действует на судно силами минус F и минус F1. G, момент этой пары сил противодействия, приложенных со стороны гироскопа к судну, и есть гироскопический момент. Возникновение пары гироскопических сил можно проследить и на этом приборе, установленном на вращающейся платформе. Скрепим наружную рамку прибора с основанием. Теперь гироскоп вынужден будет вращаться вместе с платформой. Если поворачивать платформу при невращающемся роторе, деформация пружин отсутствует. Раскрутим ротор. Теперь при вращении платформы одна из пружин растягивается, другая сжимается. Это свидетельствует о том, что гироскоп действует на пружины с силами, направленными в противоположные стороны.
В любом случае, гироскопический момент можно определить, руководствуясь тем, что он направлен противоположно МЕ, моменту внешних сил, и равен ему по модулю. Но так как этот модуль равен произведению омега на H, то и модуль вектора G равен этому же произведению. В гироскопическом моменте проявляется своеобразное противодействие, оказываемое всяким быстровращающимся телом, когда изменяют направление его оси. Такое противодействие оказывает и ротор многотонной турбины судна. И винт самолета или вертолета. При виражах со стороны винта на самолет действует гироскопический момент G, который стремится поднять или опустить нос самолета. Чтобы предотвратить эти повороты самолета, пилоту необходимо действовать рулями высоты. Известно, что земная ось не остается неподвижной. Она описывает коническую поверхность с периодом обращения в 26 тысяч лет. Это явление можно объяснить, если рассматривать Землю как гироскоп и учесть, что она имеет форму не шара, а эллипсоида. Заменим этот эллипсоид шаром, окруженным по экватору кольцом. Выделим из этого кольца 4 одинаковых частицы, расположенные на концах взаимно перпендикулярных диаметров Земли. Массы М2 и М4 находятся на одинаковом расстоянии от Солнца и притягиваются к нему одинаковыми силами. Но расстояние масс М1 и М3 до Солнца различны. Поэтому, согласно закону всемирного тяготения, силы притяжения их к Солнцу также различны. М, суммарный момент этих сил относительно центра Земли, будет отличен от нуля. Этот вектор располагается в плоскости экватора Земли, перпендикулярно направлению на Солнце. По мере того, как Земля движется по орбите, линия, соединяющая центры Земли и Солнца, вращается. При этом модуль и направление момента М изменяются таким образом, что он сообщает оси Земли движение по конусу. На прецессию Земли, вызванную притяжением к Солнцу, накладывается более быстрая прецессия, возникающая от аналогичного действия Луны. Гиротахометр устанавливает на подвижные объекты для измерения их угловой скорости. Основой гиротахометра служит двухстепенной гироскоп, то есть гироскоп, имеющий лишь две степени свободы относительно основания. Ротор может вращаться относительно рамки, а она может поворачиваться вокруг своей оси относительно основания. Свойство двухстепенного гироскопа, используемое в гиротахометре, таково. Если основание прибора вращать вокруг оси, перпендикулярной оси рамки, ось Z, то гироскоп устанавливается своей осью параллельно оси вращения основания.